Можно и новости узнать, и приз получить. Наш телеканал «Девятка ТВ» проводит розыгрыш в телеграм-канале. Это место, где собраны все свежие эксклюзивные новости нашего города и области. Каждый день мы проводим опросы, а вы можете высказать свое мнение. Не отрываясь от чтения новостей, можно принять участие в нашем конкурсе. Условия максимально простые. Подписаться на телеграм-канал «Новости Кирова Девятка ТВ» и оставить один из комментариев под закрепленным постом. Итоги будут подведены 18 ноября. Подпишитесь прямо сейчас. Ну а сегодня у вас есть дополнительная причина подписаться на наш телеграм-канал. Для своих подписчиков мы проводим конкурс. Если вам повезет, вы можете стать счастливым обладателем сертификата номиналом 1000 рублей в одну из пекарен нашего города.